состоялось заседание жюри по присуждению ежегодных премий губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен». 1183 проекта было допущено до голосования, члены жюри отобрали 490 заявок, из них 21 из Одинцовского округа. В этом году проекты реализуют в четырех категориях – «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен». За проекты областного значения премия составит 1 миллион рублей, за муниципальные инициативы – 450 тысяч, за инициативы для населенного пункта – 150 тысяч рублей, за локальные инициативы – 50 тысяч.